Зовут тебя? Аля. Я тебя сбоку снимаю, а это снимает вперед, от первого лица. А мое лицо не увидит? Нет, да? Нет, не увидит. Слава богу. Что ты увидишь глазами, то я не увидит. Так, руку вот так вот держись, придерживайся обратным хватом. Перекинь. Ну, вот здесь вот перекинь нет? Руку. Да. Вот так, да. Все, давай. Саша, зовешь у Венерки, если что? Блять, я боюсь. Я не смогу. Я не знаю. Могу потолкнуть, если надо. Блять, я не могу. Слушай, времени нет вообще. Опять держишься неправильно. Вот так, да. Вообще за нее не держись, просто лети вперед. Ногами? Да, ногами. Можно двумя руками взять эту веревку? Так будет вроде как типа менее страшно. Так, вставай на край, короче. Времени нет вообще, я тебе говорю. Ты сейчас рассуждать будешь о жизни очень долго. Вставай сюда. Бери двумя руками вот эту штуку. Вот эту? Второй рукой берись. Нет, я боюсь. Да, давай. Мама, давай. Давай двумя ногами ближе вставай. Попа, не опирайся, вставай, говорю. Ну это страшно. А как девочка прыгала? Она ничего так, не говорила? У тебя минута, ты обратно перелазишь. Блин, я боюсь. Мам, давай. Блин, я правда боюсь. Я уже переживаю. Да, мам. Давайте. Да давай. Не держись рукой, так как я тебе говорю. Вообще не держись рукой. Перила тебя не спасет, наоборот, тебе хуже сделает. Держись за это. Возьмись руками двумя. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, пошла! Перелазь обратно. У нас нет времени на это, еще раз тебе говорю. Подумала ты уже. Так, вставай двумя ногами сюда, берись двумя руками вот эту штуку. Давай. А вставай, толкнешь, да, я тебя толкну. Это страшно, давай я... Перелазь. Ты не будешь пропускать, ты полезешь вниз.